Всем доброго времени суток. Вот сегодня пришла еще одна посылочка. То есть, точнее, много посылочек. Давайте посмотрим, что здесь. Здесь у нас, по идее, шнур для питания на ноутбук Dell. Шел он 20 дней. И цена его 124 рубля. Вот мой шнур с моего ноутбука Dell. Как видите, то есть не в лучшем состоянии. Пусто. Упаковка. Вот он шнур. Так, три провода. Все правильно. Да, конечно, с оригиналом совсем другой. Разница есть. Даже по толщине проводов. Видно, что сечения разные по-любому, ну кроме этого зеленого. Ну, будем пробовать. Так, поехали дальше. Так, здесь у нас чехол на телефон. Делал попутно заказ. Телефон Alcatel One Touch. На него делал обзор, то есть я покупал стекло на него. Ну, как видите, состояние отличное стекло. Легло 100 рублей стекло. Так, чехол нашел 24 дня. Цена его 250 рублей. Теперь попробуем. Наоборот, кнопки сюда. Четко сидит. То есть не люфтит. Довольно хорошо выполнен чехол. Ну вот, косички. Да, косички такие вот. Если видно. О. Да. Надо будет видеообзор сделать. То есть скинуть продавцу данное видео. Требовать возврата. Так, неплохо. То есть нормально. Работать можно. Так, следующая посылочка у нас. Тут у нас должны быть термотрубки. Шли они 21 день, 35 штук термопосадок. За 135 рублей. Вот. Бумажка. С просьбой отзыв кинуть. По RQ-коду. Вот такие вот терморезиночки разного диаметра, прозрачные есть. Ну, это так бралось бонусом. Двойная даже упаковка. Интересно. Так, следующее у нас. А, понятно. Так, сейчас покажу. Ну, вот такие вот наконечники.
обычно это, ну, вот если посмотрите в моем видеообзоре, то есть в моем плейлисте, там будет лабораторный блок питания, и вот бралось для него, то есть как наконечник для ноутбука, там для зарядки, то есть удобный такой наконечник. Ну и плюс он присоединяется очень удобно. Так что отдал я за него 49 рублей за вот эти пару одну. Шли они 15 дней. То есть самое быстрое вот 6 числа января оплатил. 21 числа они пришли. 50 рублей. Грубо говоря. Так, следующая посылочка будет поинтереснее. Ради нее-то все и ждал. Здесь боксен под приводы, DVD-приводы. Шли они 28 дней. Цена одного корпуса 370 рублей. Заказал 2 штуки. Пусто. Вот они, внешние боксы. Угу. О, косячок. Будем открывать спор. Да, печалька. Ну, насколько я понимаю, это уже наша почта виновата. Следующий такой же бокс. Ну, он целый. То есть в хорошем состоянии. Вот. Идет плата. Шурупчики. Прикручивают плату. Шнур для синхронизации. А, нет, шнур питания. Но он как по факту вообще, то есть он не нужен. И вот такой вот шнур для синхронизации, для передачи данных. А привод ставится вот такой вот обычный ноутбучный с разъемом SATA, то есть современные сейчас ноутбуки стали делать вот именно с этим же разъемом, то есть не ID. Ну, проверим. Как-то вот так вот. Но это, конечно, все я потом покажу, расскажу. Да, тут. Это все тут прикрутится. И обязательно мордочка на данный привод. Я потом поставлю, то есть аккуратненько все сделаю, покажу вам. Ну и последняя посылочка, это так тоже в нагрузку бралось, обычный там 100 семян киви с бумажечкой. Ага, 100 штук. Попробуем, посадим горшки дома, что из этого выйдет. Шли они так за 12 рублей взял, и шли они 21 день, 22-21 день. Ну, вот так вот. Бралось так, нагрузку, нефиг делать. Все, всем спасибо. Видеообзор сделаю, как все это смонтировать, бокс и привод. Также, перед тем, как привод ставить ноутбучный, ну, вот, к примеру, тоже с ноутбука, привод тоже SATA-шный разъем, подсоединяем наш переходник, на это будет ссылочка моего видеообзора, где я заказывал. Проверяем его, подключаем и проверяем его к ноутбуку, к компьютеру, проверяем сам привод, рабочий нет. И тогда уже ставим, монтируем его в этот бокс, скручиваем, фиксируем. И все, у нас получается, грубо говоря, внешний привод рублей за 600, то есть
Этот корм, бокс стоил, бокс у нас стоил 370 рублей. Приводы можно на Авито или в любой мастерской взять по 50, по 100 рублей обычные DVD-шные, пишущие DVD-шные приводы, потому что в мастерских они, их целая куча, они вообще не нужны никому. То есть я вот, например, у меня пооставались ноутбуков, то есть я сам ремонтирую ноутбуки, и вот это все вот пооставалось, куча приводов, около 10 или 20 штук. И вот, чтобы так использовать их по назначению, чтобы приводы не пропадали, ну и получается у нас мы отдали 370 рублей, сделали внешний привод. Сейчас во всех магазинах, вот в интернет-магазинах и так узнавал, что средняя цена на внешний привод где-то 1300-1400 рублей. Ну, конечно, некоторые интернет-магазины и за 2000, и за 2500 продают обычные пишущие, DVD-пишущие приводы. То есть не Blu-ray приводы. Сюда можно поставить, сюда можно с ноутбука поставить Blu-ray привод. У меня он есть. То есть у меня был ноутбук, который шел изначально с Blu-ray приводом, но у него щелевая загрузка. То есть уже вот эта вот мордочка, ну, не пригодится. То есть надо будет искать именно вот мордочку, которую именно будет с щелевой загрузкой. То есть, ну, я сейчас даже так могу поставить сюда привод блюреевский. Также будет кнопочка включения, также будет индикация. То есть, и вот, вот так вот можно будет совсем дешево заиметь внешний привод. Все, всем спасибо. На все будет ссылочки. А насчет вот этого разбитого корпуса, ну, конечно, это по-любому наша почта, насколько я уверен. Даже вон видно по пакету вмятины. Да. Ну, конечно, упаковка, блин, хреновая была. Ну, ссылочку надам на данного продавца. То есть у него получается самая оптимальная цена на вот этот бокс. 370 рублей. У других где-то за 400 с чем-то. То есть, да, 500-600 рублей. Вот. А так ссылочку дам на этого продавца. Но вот это вот, да, конечно, скол. Надо будет открывать спор. Или положить на этот спор. И приклеить аккуратно суперклеем. И будет нормальный привод. Просто я уверен, что дело не в продавце, то есть вот из-за этого косяка, а все дело в нашей Почте России. Так что вот такие вот дела. Все, всем спасибо, до свидания.